Всем привет, дорогие друзья! С вами Ваня Крикёрф. И мы возвращаемся в Doorways, который наконец-то заработал. В общем, мы сейчас пройдем с того места, где мы остановились. Я давно, кстати, в ней не был. Я с этой... Вообще забыл про нее на время. Совершенно забыл. Но надо бы пройти ее, потому что она мне нравится. Она довольно интересная. Из последних хоррор-игр. И что? Конечно, в скором времени выйдут еще более интересные хоррор-игры, но пока что это одна из самых таких, которая захватывает душу. Вот мы сейчас появились, у меня сохранение сработало немного раньше, чем в прошлый раз мы закончили. Вот, сука. И, в общем, 13.05. Вот, и мы немного появились... Как вам объяснить таки? Ну, вы, думаю, меня поняли. Сейчас тут скример будет, бац, и все, не страшно. В общем, вы помните все это. Все это было в конце прошлого выпуска. Я просто немного раньше сохранился. Сейчас я быстренько все это сделаю, все быстренько пройду, и мы узнаем, что будет дальше, потому что мне тоже очень интересно. Вам, я надеюсь, тоже очень интересно. Вот, и сейчас мы возьмем записочку, возьмем ключик, мы этот ключик вставим там в последнее отверстие и откроем клетку, откуда выбежит наш инвалид и будет за нами гоняться, а мы должны пробежать туда, откуда он вышел. Ну, вы понимаете, да, все? И все это сейчас сделаем по системе, все четко. Уже особо не боимся, не опасаемся, все должно быть хорошо и круто просто, ребятки. Так что давайте держите пальчики свои, кулачки за меня держите. Сейчас я все сделаю, и все будет офигенно. Ключик берем, ключик вставляем, и все, он на свободе. Сейчас будет страшно. Вот у меня немного уже нервишки шалят, я уже немножко боюсь. Я уже... Где ты, мразь? Давай появись мне. Блять, я боюсь. Блять, я боюсь. Я немного уже... Блять. У меня слабые нервы, я уже немного напрягся. Так, мы спрятались, сейчас он пройдет обратно. Пам-п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 ам. Сейчас он уйдет. Мы выйдем. И сделаем такую плюшку. Так, быстро. Так, ребятки, я сюда зашел, спрятался. Сейчас он пройдет мимо, и мы просто сломя голову побежим. Так, он прошел. Пора! Воу! А я не боюсь ничего никогда! Это все херня. На-на-на-на-на. Ой-ой-ой. Я прямо чую его дыхание сзади. Чую, ребятки. Блин, как он так быстро бегает? Это жесть просто же, на самом деле, ребятки. Блин, атмосфера охрененная. Просто дикая, дичайшая. Stay away from him, с удовольствием. Все, я спрятался. Кто не спрятался, я не виноват. Ей-богу. Давай, тебе, не в, тебе в другую сторону, чувак, сейчас все. Вот на этом моменте мы с вами остановились, дорогие друзья. Итак, всем привет, с вами Ваня Крикёрф. Начали. Мотор. Так, все, он вроде ушел. Я боюсь выходить, на самом деле. Боюсь. Он ушел и закрыл за собой дверь. Вообще шикарно просто. Просто что тут... Блять! Нихуя себе! Я прямо лицом к лицу с ним! Лицом к лицу! Прямо вот! Боже, какой лабиринт! Ай! Куда я что сделал? Твою мать! Это все нормально? Я надеюсь, это по сюжету было. Да, слава богу. Боже мой. Как я испугался. Это он при жизни? А он был довольно симпатичный при жизни, я вам скажу. Боже, я прямо вот честно, вот просто вне... Прямо вот сейчас я шуганулся жестко очень. Не ожидал. Он вроде ушел, а там, оказывается, такой проходик. Не знаю, как он там оказался, честно. Почему я же там бежал, там не было никаких дыр проходов. Почему я не завернул тогда? Да уж. Ладно. Ладно, press any key. Поехали дальше, дорогие друзья.
Мы перешли на следующий уровень. И очутились, провалились в какую-то канализацию. Надеюсь, нас этот чувак больше не достанет. Я очень надеюсь. Потому что он реально нереально страшный. Вот. Так. Where am I? Where am I? У него такой голос. Прям жесткий. Ему бы злодеев озвучивать, а не главных героев. Воу! Нормально. Тебя это пугает? Ты повидал столько, и тебя испугал трупак. Точнее, скелет. What is this place? Такой голос, пиздец просто. Я такой брутальный и смелый. Я хожу по говну в разных канализациях. Нахожу себе приключения на жопу. Сам не знаю ради чего. I am a better gamer in the world. Что, куда мы пришли? Бля, это уже стрёмно. Я что-то боюсь. Я помню статую в первый Doorways, так что расставленные скелеты я тоже немного опасаюсь. Спасибо. Ого. Он так прикольно прилетел к нам на голову. Прямо удивительно. Так, надеюсь, ничего страшного пока что не случится. Дайте хоть немножко передохнуть после этого чувачка. Вот. Надеюсь, все будет хорошо. Так, у нас теперь есть фонарик, это уже неплохо. Так, а он выключается, нет? Видимо, нет. Ну ладно, нам это не особо-то нужно. Давайте посмотрим, мы в канализации, полный мусора и всякого дерьма. Я немного напряжен сейчас, потому что я боюсь, чтобы не вылезла еще какая-нибудь чукча и не съела нас. Так что буду потихоньку опасаться, но двигаться вперед. Так, что это такое? Так, записка. Записки я люблю. Так, это что такое? Можно нажать? Нет? Ну, ладно. Ладно, хорошо, хорошо. Не особо-то мне и надо было. Я вообще-то не понимаю, что мне тут надо. Так, так, так. Ну, сколько можно там? О-о-о! Видали? Какой я глюк нашел, видите? Типа, если я поворачиваю камеру боком, то я вижу, что там дальше в темном проходе. Удивительно, правда? Вот так, вот такое маленькое читерство мы нашли. Так, ну ладно, нам это не особо-то и пригодится. Ну хотя иногда можно посматривать. Ну тоже не особо-то разглядишь. Да, не особо. Видимо, такое один в первый и последний раз прокатило. Так, что тут? Опять куча ходов, расстроение, раздвоение, блядь, ничего не понятно. Что такое? 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 Что это? Оно светится. И оно с дырочкой. Если оно светится и оно с дырочкой, значит, что-то можно туда вставить. А у меня есть что-нибудь? Нет, ничего. Значит, нам надо что-то вставить. Что-то круглое. Надо найти. А, вентиль наверняка. Конечно, как оригинально. Сейчас будем вентили искать. Это же так оригинально и интересно. Увлекательно. Захватывающе. Просто я не могу. Просто я не могу. А вот и вентиль. А вот и вентиль. Блин. Давно я так не орал. Проорался и сорвал голос, походу, мне кажется. Ну, что-то я хриплю немного. Ладно. Ох, нервишки-то. Прямо я взбудоражился, давайте. А, куда мы идем-то? Нам там вентиль надо вставить. Я совсем забыл. Сейчас мы вентиль вставим. И уплывем. Сейчас, чуть-чуть осталось нам. Давай-ка вентиль доставай, вставляй его в... Ну понятно, в дырочку. Сейчас опять мигает экран. Я не люблю, когда мигает экран. Это может появиться что-то особо страшное. Вот. Я очень опасаюсь, когда он мигает. Я не люблю такие моменты. Не люблю. Что, нам прямо в воду, да? Прям-таки так и в воду. А что это за дырочка? Просто дырка? Просто ненужная дырка. Зачем? Я думал, какую-нибудь пасхалочку найду там, или... Что ты? Ну ты всплывай! Молодец. Думал, там какую-нибудь статуэточку. Это просто дырка, забитая мусором. Я боюсь.
Что такое? Куда? Ёптель-моптель. Что? Я притих. А вот, записка же есть. Так, хорошо. Мы взяли записочку. Больше тут ничего нету. Блин, тут по-любому есть какая-нибудь хрень. Мне нужна какая-нибудь хрень. Эта статуэточка мне нужна. Как пройти-то, чувак? Ты что, не умеешь? Тебя останавливает какая-то куча дерьма. Какая-то куча дерьма тебя остановит. Чувак, нам нужна эта статуэтка. Где она? Она по-любому здесь. Отличное место, чтобы спрятать что-нибудь. Спрятать тут можно вообще что угодно. Что-то закопать в кучу дерьма и все, и нормально. Но, видимо, я ошибаюсь, потому что тут ничего нету, никуда не пройти. Да блин, ну твою мать, чувак, ну ты беспомощен. Ты безнадежен. Ладно. Может, я и ошибаюсь. Тут тоже ничего нету. Тут тоже ничего нету. А где? Где моя статуэтка? Цель этой игры превращается в поиски статуэтки. Так, опять вода. Ну, поплыли! О! Я опять какую-то дыру нашел. Вот, походу, сейчас я... Или это так надо? Ну, там же еще проход был. Может быть, сейчас статуэточку найду? О, да! Я нашел статуэточку, еще одну. Ну, чувак, вылезай, ну мне нужна она. Мне нужна она. Статуэточка. Бери ее! Спасибо. Скелеты не оживают в этой игре? Я надеюсь. Я пошел отсюда. Так, отлично, статуэточку мы взяли, дорогие друзьяшки. Ой, как я рад. Вы не представляете. У нас дыхание не заканчивается. Так, сейчас я подышу немножко. И обратно ныряем. Какие звуки? Эй! Вот, походу у нас и дыхание еще заканчивается, потому что что-то сейчас помутнело. Или это так надо? Очень сложно в этой игре догадаться. Ну, нет, на самом деле нет. Ладно. В общем, мы куда-то сейчас должны прийти ведь. Да? Че я ищу? Я же уже нашел статуэтку. Я все равно оглядываюсь. Так, дверца. Так, уже интересней. Что это такое? Какая-то схемочка. Сейчас мы будем что-то тут думать, что-то тут решать. Ага. Ну, схема-то несложная, очень простая. Так что, думаю, будет просто. Вот тут вентили, вот тут мы. Ага. Так, ну пойдемте посмотрим на вентиль. Там по-любому дырки, а вентилей-то нет. И вентили нам как раз-таки придется искать. Да! Кто бы сомневался? Хорошо. Давайте тогда искать потихоньку вентилюшечки. Посмотрим, что у нас тут интересного. А за нами никто не будет гоняться? У меня один вопрос такой. Потому что стрёмно, уже достаточно давно нет монстров. Хотя они мне особо-то и не нужны. Но я все равно в напряге. Ладно, давайте. Нам главное вентиль найти. Остальное нам не важно. Так, отлично. Первый вентиль я нашел. Отлично. Вот второй вентиль. Это уже проблемка. Ну-ка, где он? О! Ну тут пусто! А зачем? А, это, наверное. Стоп! Так, мне почему-то сейчас говорит. Предчувствие, что за нами все-таки будет гоняться кто-то, и это штуки, в которых можно будет прятаться от кого-то. Но кто он? Узнаем ли мы? Или не узнаем? Сейчас посмотрим. Ну, я стремаюсь уже немножко, боюсь. Мне казалось, что я что-то слышал. Ну ладно, так, тут мы еще не были. Ух ты, ёпты, тьма твою мать! Ты что-то... А, ты жирный! Да ты не особо такие страшный, конечно, я хочу сказать, но от тебя все-таки стоит держаться подальше, я, наверное, думаю. Так, ладно, тогда пойдемте закрутим пока что первый вентиль, а потом будем искать второй.
Пока все просто довольно-таки несложно. Это хорошо, дорогие друзья. Мне это нравится. Мне это по нраву. Так, 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 так. Первый вентиль достаем и закручиваем его подальше. А зачем нам закручивать эти вентили? Они наверняка поднимают воду. Ведь тот вентиль мы закручивали, он воду нам поднял. А это что такое? Ага, это та самая вода. Да, который нам надо поднять, окей. Тогда ищем второй вентиль. Дорогие друзья, где он может быть? Где? Так, тут? Тут тоже его нет. Ладно, окей. Где же его тогда искать? Я... Ёптель-моптель, опять он. Ну, стрёмный какой-то. Но он, да, он такой медленный, что я могу вот таким образом даже убегать от него. Он вообще ни о чем просто монстр. Реально, братан. Тебе вообще не стоит даже со мной тягаться. Вообще, абсолютно. Ты так далеко и ты такой медленный. Ладно, пошел ты, знаешь. Я вообще на него внимания могу не обращать, походу. Он так просто так здесь ходит. Так, ну вот теперь у меня маленькая проблемка. Я что-то не пойму, где второй вентиль. Что-то я не вдупляю немного. Давайте-ка сейчас поищем. Сейчас посмотрим. Блин, горлышко болит. Так, что это за дверь? Она закрыта. А в какой... Как? Значит, там еще ключ надо, что ли, найти какой-то? Ты! Ну так давайте посмотрим на него вблизи, может он... Ох ты, ёптать, он побежал! Приколитесь, ёб твою мать! Ебать, я не ожидал. Все что ли? Пару шагов пробежал, попугал, забил походу. Так, тут еще дверь была. Но она вроде... Она вообще не активная. Ядрить, колотить, что ж делать-то? Может быть... У меня есть мысль. Так как мы уже видели, что постоянно в воде куча всяких туннелей. Может быть, нам стоит прыгнуть в воду? И может быть, мы там что-нибудь найдем? Тем более на карте та дверь, которая сейчас была неактивна, находится рядом вот с этим выходом, где вода. Ёптель, ёптель, ёптель. Да ты меня не догонишь, ты утонешь, если я прыгну сюда. Ты за мной вряд ли прыгнешь, я так думаю. Смотрите-ка, я был прав. А может быть тут еще статуэточка? Да нет, наверное, это тут ключ как раз-таки будет, наверняка. Сейчас посмотрим, давайте. Ну-ка, интересно. О! Да ты что делаешь-то? Ты давай не мути такую хрень. Да, ключик нашел. Ключик, а вентиля-то нет. А ключик, наверное, вот от той синей двери... которая была заперта. И там, наверное, вентиль. Сейчас мы это проверим. Открывай. Ага. Так, сейчас. Монстр, прячься. Поджидает нас. Он правильно, он видел, что я прыгнул туда. И он не такой уж тупой и решил пойти с этой стороны. Но он довольно-таки тупой, потому что он не заметил, что... Ёптель-моптель! Я рано вылез, правильно? Он прямо за мной, правильно? Ебать, он как бежит. На этот раз он озверел прямо. Реально озверел. Нифига он, блин, даже у меня немножко нервишки пошалили. Я просто шалю. Открывай быстрей. А то он сейчас придет и надает нам люлей. Так, так. Все, бежим быстрее вставлять второй вентиль. И сматываемся. Проходим этот уровень просто чисто идеально. Какие-то голоса я слышу. Это немного стремновато, но ничего страшного. Я уже привык. Так. Бежим, ребятки. Ёп, твою мать! Ого, как я побежал! Потому что он, наверное, тоже озверел еще сильнее. Ёб твою мать! Да он нас не догонит, чувак! Ёб твою мать, он даже не отстает!
Сейчас мы убежим. А, все, он отстал, походу. Юпи! Ебать! Куда поплыл-то? Ну, я хочу посмотреть просто. Вдруг тут еще пасхалочки. Нет, это было. Это было. Все. Убегаем. Не паникуем, убегаем спокойненько. Все, мы прошли уровень, дорогие друзья. Так, все. Блять. Вот это звуки. Что тут такое? Ёб твою мать. Не надо так меня пугать. Пожалуйста. Записочка. Записочку взял. Все в порядке. Что такое? Что? А, вон проход, все вижу. Блин, стрёмно. Так, дорогие друзья, я думаю, на этом нам с вами стоит закончить все-таки. Потому что уже, наверное, достаточно времени прошло. Подписывайтесь. Блять. Страшно. Фонарик, что с тобой? Тут кто-то есть? Есть тут кто? Выходи. Я. Нет, слава богу. А еще я очень сильно боюсь, если прям перед дверью скример появится. Что это такое? Токсик хазард. Каушен. Так, это очень странно. Окей, хорошо, мы пришли в какую-то радиационную эту, как его, территорию. Ёлки-палки, я немного напряжен. Тут все нормально у меня под ногами, я не упаду. Наверняка сейчас что-то такое. О! Так, а что там внизу? Туда можно вниз? Чувак, что ты застрял-то? Ага. Я нихера не вижу. Так, наверное, сюда. Вообще нихера не вижу, на самом деле. Так. Тут что такое? Что-то я не понимаю. Так, ладно. Ой-ой-ой. Наверное, на этом... Вот сейчас пройдем это. И, наверное, надо закончить будет. Потому что уже пора. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вот напряжен немного. Опасный момент. Что это такое? Дырка? Так, опа! Амахасла! Ёпту, они еще падают, по-моему, у меня из-под ног. Да. О, дверь! Поехали! Братан, давай! Все надеются на тебя! Молодец. Так, все. О, фонарик заработал. Нифига себе. Так, хорошо, все. Так, ребята, все, надо остановиться. А то я прощаюсь уже второй раз, уже третий даже. И все, иду вперед. Так, все. На этом мы с вами закончим. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пожалуйста. Ничего не бойтесь. Рассказывайте друзьям. Ждите больше видео. Я теперь часто их буду писать, отвечаю. О! Мы нашли фотку с пациентом первым. Прикольно. Так, мы будем... Я буду стараться часто писать. Сейчас у меня времени побольше так появилось. Но ненадолго, потому что вы знаете. Ну, вы знаете почему. Ну вот, ладно. Короче, давайте подписывайтесь. Давайте ждите. Давайте всем удачи, всем пока. Ничего не бойтесь обязательно. И... Бэнг. Всем пока! Ебать, тут опять схема здоровая, нам опять придется бегать. Да, в следующей серии, дорогие друзья. Пока. Что я сделал? Они же не поймут.